Рыба-кит, папа рисует. Ребят, привет, Новый год, 1 января, мы на субботнике в Гамма-Раше рисуем ежика. Рисуйте со мной, меня зовут Ваня, рисую на канале Рыба-кит. Для работы нам нужен белый лист бумаги, супер колючее настроение, ну, доброе настроение, потому что на Новый год какое может быть настроение. Рисуем восковыми мелками и раскрашиваем красками Гамма, конечно же. Берем цвет какой? Лучше взять темный. Я уже брал сегодня фиолетовый, коричневый еще не брал, черный, голубой. Теперь синий беру, синий цвет, и ежик будет синий. Ежик классный будет, колючий. Сначала нарисуем ему тело. Вот такое, вот так. Раз и два. И он очень похож на яблоко. Очень похож. Просто вот так вот. Раз, два. Яблоко или персик. Или персик. Похож. Теперь рисуем ему колючки. Но колючки-добрючки. Колючки-добрючки – это значит, он как будто бы такой вот, вот такой кудрявый ежик. И колючки у него очень добрые. Они кругленькие вокруг окружили. Две ножки. Лапки будем их называть. Лапки. Две лапки здесь. Он так держит что-то. Что еще не знаем. Носик. Мордашку, глазки, ушки, надо не забыть ушки, у ежика есть ушки, нарисуем ушки, улыбочка здесь маленькая, вот такой маленький, но улыбается, а здесь большое сердечко, с Новым годом, можно рисовать не только снежинки, но и таких ежиков, сейчас мы его раскрасим поэтапно, и у нас получится, я думаю, здорово, здесь еще такой шарик, можно такой пузико, и будет у нас ежик. Решай, какого цвета, я думаю, он вокруг будет черный, к примеру, а здесь коричневый, или такой буро-коричневый, или желто-коричневый, или тот, какой их цвет ты выберешь. Взял желто-коричневый цвет и закрашу словом ежика сначала. Я называю эту технику рисования раскраска. Если ты любишь раскраски, то ты можешь делать свою раскраску, и это будет полезнее и интереснее. И это будет даже качественнее, потому что раскраска с помощью восковых мелков позволяет твоей краске не размываться между краями. Легко красить. И если ты сейчас возьмешь черный цвет и будешь красить рядышком, то не будет смешиваться черное через край. И будет у нас черный ежик. Иголочки черные. Вот здесь я немножко ошибся, и он у меня не черный, но я его покрашу, так вот так все пройдет. Здесь что, он тоже нужно коричневый добавить. Так, ребят, пишите, как меня слышно. Раскрашиваем ежика поэтапно. Я думаю, это очень легко раскрашивать. Даже в 1000 раз легче обводить его и закрашивать, потому что он уже готовый, а рисовать легко. А закрашивать тоже. Краска как бы затекает в нужный момент, в нужные кусочки. И тоже очень легко. Собственно, это такая штука. Я думаю, это для дошкольников, школьников, для пап и мам. Идеальная техника, когда мы что-то рисуем. Рисуем восковыми мелками. Не забываем про простой, доступный, демократичный способ рисованием восковыми мелками. Идеальный, мне кажется. И вот раскраску не забываем. Раскраска добавляет нам то, что мы хотим. Теперь или красный, или розовый. Я беру розовый, самый яркий цвет из гаммы. И мне он очень нравится. Еще мне нравится голубой цвет, так что я его сейчас тоже буду использовать. Вот этот ежик, он готов. А теперь возьму голубой цвет и нарисую сугробы, большие сугробы. Снизу прям вот так вот. Много голубого цвета, большие сугробы снизу. А сверху у меня большие снежинки летят. Новый год продолжается, мы празднуем, отмечаем. Есть свободное время утром, рисуем на субботнике. Субботники на Гамма-Раше. Вот так вот я вас зову. Приходите, можно сделать что-то. Я смотрю за вашими рисунками в прямом эфире, сторис, и наблюдаю, делайте сторис с тем, что вы рисуете сегодня. Темы какой-то единой нету сегодня, но первый субботник Нового года, мне кажется, он прям хороший получается. Простой и незамысловатый. Ничего сложного мы не рисовали. Только нарисовали кошечку, солнышко, собачку, мышку и ежика. Так. Ставим.